Интернетом я пользуюсь только для того, чтобы пообщаться с родными и близкими или скачать какую-то определенную информацию в настоящий момент, которая меня интересует всего-навсего. Кроссворд, будем говорить, так отгадываю и смотрю. Да, интернетом пользуемся практически каждый день для социальных сетей, для общения с друзьями, знакомыми. Нет, не пользуюсь. А почему? Неинтересно. 90% мусора там. Ну, в последнее время не очень часто, а так чаще всего для института. А вы? Очень часто и для всякой ерунды, исключительно. Не очень часто, ну, чтобы посетить в социальных сетях. В день 1-2 раза. Времени не хватает в интернете сидеть. Для учебы в основном и так ВКонтакте. Интернетом пользуюсь почти каждый день. Прежде всего, ну, раньше для учебы, сейчас больше так читаю. То есть книги электронные. Как говорится, молодее сделаюсь от этого, что в интернет выхожу.